Ребята, всем привет, и сегодня будет очень интересный видос. Сегодня вы увидите мои неожиданные моменты в стендоффе. Именно те моменты, когда я не ожидал, что произойдет какое-то чудо, которое вы увидите в этом видео. Кстати, я хочу снять еще один видос, один день из моей жизни. У меня уже был такой ролик на канале, но я хочу сделать еще лучше и снять вторую часть. И давайте так, если мы собираем под этим видео 2000 лайков, то я обязательно сразу сниму такой видос и выложу его. Поэтому ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал с колокольчиком, я буду вам очень благодарен. Помогите моему каналу и подпишитесь на него. Ну и теперь, ребят, желаю вам приятного просмотра и погнали к этим моментам. Поверьте мне, некоторые моменты вас очень сильно удивят, как и удивили меня. И давайте начнем с самого лайтового. Просто смотрите. Через 26 лайков. Хэштег арка. Ни слов. Сампикс, ты больной? Ты больной, брат. Да, мне с Origin Case этого я вообще никак не мог ожидать. Я просто сидел, открывал стикер-пак, и тут вот мне просто прилетает Origin Case за 0.3. Я этого вообще не ожидал. Кстати, сейчас Origin Case очень сильно достаточно поднимается в цене. И мне кажется, что скоро он даже по цене обгонит гифтбокс. Мне написал один очень странный человек и сказал выставить за очень дорогую цену простую комонку. Да, просто возьми ее и выстави, и я сразу ее куплю. И я долго в это не мог поверить, но потом я просто купил комонку и выставил за эту цену. И посмотрите, что в итоге произошло. Ну это странно, смотри, ну это реально странно. 12500, ну пример, поставил ей что? Да, момент очень старый, но тогда я прям очень сильно удивился, что я выставил комонку за 12500 голды, и у меня ее в ту же секунду купили. Честно говоря, тогда я был просто в огромном шоке. Мне написал человек и предложил слить один из дорогих чармов в игре. Я подумал то, что это какой-то обман, мы пошли с ним в лобби, и вот какой с этого получился итог. Он согласился. Пацаны, ставим, ставим. Он согласился. Сейчас сам и будет перебивать. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. 7300. Ну и как вы поняли, этот человек мне не обманул и реально слил мне этого паука, за что я ему очень благодарен, огромное тебе спасибо. Ну и теперь я предлагаю переходить к самым жестким моментам, прям к самым жестким неожиданным моментам. И начнем мы, пожалуй, с самой дорогой эмки. Я не знаю, что сейчас будет. Я просто не знаю, что сейчас будет, пацаны. Я не знаю, что сейчас будет. Я не знаю, пацаны, я не знаю. Чего? Да, я тогда вообще не ожидал, мне попросили просто поставить запрос на эту эмку. Я ждал около 10 минут, и мне сливают эту эмку за 5 голды. Я сразу не понял вообще, что это было. Но потом я понял то, что, скорее всего, либо чел случайно мискликнул, либо он мне реально хотел подарить эту эмку. Если что, реакция была неполная, если вы хотите посмотреть полную реакцию, то подпишитесь на телеграм, ссылка в описании. Так как мне за свою реакцию очень сильно стыдно, я особо ее показывать не хочу, поэтому если вам интересно, то можете подписаться на телеграм. Ну и теперь самое жесткое, самое неожиданное, что случилось со мной в стендоффе, вы сейчас увидите. Ты больной! Я не могу просто. Я не могу, братан, ты просто легенда. Братан, я просто не могу, я не могу, я реально дожу.
Да, мне челик слил АВМ спот В2, вот такой с четырьмя драгнами. Тогда я бешено орал, бегал, ведь это был самый дорогой подарок вообще в моей жизни. Вы не представляете, какой я тогда был сумасшедший, но я был очень рад. Это был просто огромный и дорогущий подарок. И вы можете почитать в комментариях, насколько голды в течение всего этого видео мне слили скинов. Но я думаю то, что сумма там будет немаленькая. Ну и на этом все, ребята. Огромное спасибо за просмотр. Набираем 2000 лайков, и я выпускаю видос «Один день из жизни». Всем удачи и всем пока.